Как открыть стиральную машинку? Пишите в комментариях, да? Как открывается машинка? Да, как на время нужно открывать ее. Нет, она должна открываться. Пойдем спросим. Прекрасно. Почему бы и не? Она даже не дотягивается. Она пытается. Она на попу чешется. Ты чешешься? Может, она уже почесалась? Ну, она уже почесалась. Не надо представлять, как я потягиваю, что она не надо. Ты представляешь, я у тебя здесь, я ты хочешь, не беру все лайки с видео. Ладно. Такой проблемой. Давай, на себя посильнее. Да, просто давай, это все помогает. Я не хочу, я открываю. Не отрубал свет? Понятно. Чего ты не можешь больше? Спасибо. Что, бежи у вас рад, да? Или это все вещи? Надо просто все достать, повесить там. Но есть еще, короче, вот. Классный!
желтые. Белые. Я сказала белые! Черно-белые! Ну мы же семья. Голов! Дошка все сырая. Устала. Привет. Так близко. Давай разгоняться. Иди там, где вместе вас. Иди назад. Кони, вы дружите? Спокойненько. Так спокойненько ходит. Спокойненько.
конечно, если даже где-то. Или звук громко. Так слышно, я вспомнил за всеми. Вот и себе рукой спокойнее. Так. Ладно, иди назад. Да. Я ходила так. И по-другому ходила. Не, не застрянут никто. Там широкие. Да, я видео снимаю. Нет. Ты чего удумал? Нет, мне не падает, Дашка. Смотри, как она меня ловит. Опа. И сразу так останавливается. И он такой, что такое? Ой, Боря злится. Какая крыса. Тарин, смотри, как она меня ловит. Ну, она ловит, чтобы я не упала. Чуть мясо не случилось. Здрасте. Он прям, знаешь, шел прям к моей ноге. Я такая, а я сидит такая, да? Интервью с места событий, давай, и что произошло? Меня все понял. Правда, смотри, но... Как вы себя чувствуете после событий? Сейчас нормально. Все, выдохнул. Карина. Я имею в виду просто прыгнуть с места. Нет, это все плохо. Мы втроем так идем нормально. Три богатыря. Ага.